Сегодня нашему вниманию я хотел бы предложить одно очень интересное место Священного Писания. Оно меня часто волновало в свое время, но я благодарен Господу за то, что мне стал понятен смысл. Смысл этого библейского отрывка, этой библейской истории. И самое главное то, что она принесла в мою жизнь нечто очень важное, важное понимание. И вот сегодня хотел бы вместе с вами, мои дорогие друзья, об этом поразмышлять. А начнем мы с вами с 10 главы Евангелия от Луки. В 10 главе Евангелия от Луки содержится история, как Иисус заглянул в гости к одной семье. Это была горячо любимая им семья. Это были его настоящие друзья. И мы знаем, в согласии со Священным Писанием, то, что Иисусу было очень хорошо с ними. Он чувствовал себя спокойно. Среди них не было скептиков, среди них не было сомневающихся, казалось бы. Среди них не было тех людей, которые могли бы Иисусу сделать больно. Он чувствовал там себя родным, очень близким человеком. Эта история начинается в 38 стихе. «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой». У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Обычная ситуация. Иисуса пригласили в гости. Две сестры. И вот здесь, казалось бы, ни на чем возник странный конфликт. Возникла какая-то такая ситуация, которая должна была, естественно, чем-то закончиться. И вот я бы хотел сегодня рассмотреть, чем же эта вся история в конечном итоге закончилась. Посмотрите, что произошло. Марфа же заботилась о большом угощении. И, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». И вот здесь начинаются такие странные вещи, которые меня, честно говоря, удивляют. «Ну, твоя сестра тебе не помогает. Иисус тут при чем? Ты зачем пошла к Иисусу высказывать свои претензии?» Вы видите, да? Она к Иисусу пошла и начала ему высказывать. «Тебе, говорит, что нужды нет?» Как будто Иисус схватил Марию, посадил насильно рядом с собой и держит ее обеими руками, чтобы ни в коем случае Мария не встала и не убежала на кухню. «Она меня одну оставила служить, видите ли». Ну, любого гостя, наверное, это бы очень сильно смутило. Но так как Иисус был очень близким для них человеком, и он был вхож в этот дом, и он их очень хорошо понимал, любил и общался с ними долго, много. Посмотрите, у Иисуса тоже интересная реакция на это все. Да? Посмотрите, Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, 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 ты заботишься и суетишься о многом». Вы знаете, вот этим вот «Марфа, Марфа», он как бы хотел особым образом обратить ее внимание на то, что он ей сейчас собирается сказать. Вот помните, Иисус говорил тебе: «Истина, истина,
говорю тебе». Вот как бы сосредотачивая внимание человека, концентрируя внимание человека на том, что он сейчас хочет сказать. И теперь он говорит: «Марфа, Марфа!» Смотрите, что он говорит. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Слушайте, вот эта вот фраза «а одно только нужно» в свое время не давала мне просто спать. Что одно? Вы посмотрите, он дальше не поясняет, что это одно. Он не пытается растолковать Марфе, что он имеет в виду. Он ей говорит: а ты, Марфа, милая, думай. А ты попробуй понять, что это одно. Моя дорогая, услужливая, заботящаяся последовательница, ученица. И обращает внимание на эту девочку, которая сидит рядом с ним, рядом с его ногами. Он говорит: вот она избрала благую часть, которая у нее никогда не отнимется. Я думаю, что, ну, наверное, если бы я тогда увидел бы Марфу, я бы тоже вместе с ней удивился бы. Потому что же она ждала от Иисуса нечто другое. Она думала: сейчас Иисус скажет: хорошо, хорошо, Марфа, действительно, тебе так трудно там на кухне, надо же сейчас стол накрыть, надо же... Она, наверное, ждала, что он сейчас повернется к Марии и скажет: так, быстренько встала и пошла помогать своей сестре. Я не понял, что такое? Ты почему здесь сидишь? Наверное, Марфа ждала этого. Но Иисус так не поступил. Он не ответил на ее ожидания. А наоборот, сказал нечто такое, что ее, наверное, и в тупик какой-то поставило. Она же так хотела сделать ему нечто приятное. Она же так хотела услужить ему. А он ее вот так вот, можно сказать, вот отдернул, что ли. Вот так как-то ее на место, что ли, поставил, как мы любим говорить, да? В чем дело? Что такое? Как понять? Что это такое одно? Тебе нужно только одно. И не рассказал, что. Иисус любил обращаться к ученикам, вот используя такой метод сказать и не разжевать и в рот положить, а сказать и побудить мыслить. Думать, чтобы Марфа отошла куда-то, села и задумалась бы над словом Иисуса, поняла бы, что, на что он ей намекнул на такое, ведь это не просто кто-то на улице ей на что-то намекнул, это намекнул ей тот, в ком она души своей не чаяла, кто для нее высочайший авторитет. Он ей сказал: тебе нечто недостает. Я не знаю, преклоняла ли Марфа колени в молитве, уходила ли она, размышляя над этими словами, не знаю. Но вот что произошло дальше, полностью открыло мне то, и я надеюсь, что это мне открыто, вот, то, о чем я сам молился и думал. Потому что я говорил: Господи, может быть, и я нахожусь в таком состоянии, думая, что я служу тебе, думая, что я угождаю тебе во всем, думая, что я отвечаю на твои ожидания, а вот когда ты придешь, но страшно, потому что когда ты уже придешь,
уже поздно будет о чем-то думать, потому что время уйдет. Я молился Господу о том, чтобы Он дал мне понять, что недоставало Марфе и что, может быть, недостает мне сегодня. Прошло время, и мы с вами заглянем в другое Евангелие, Евангелие от Иоанна. Вы же знаете, мои дорогие друзья, что Марфа и Мария, их было в семье не двое, их было трое в семье. Был у них еще братик, которого звали Лазарь. Помните, да? Все читали эту историю. И вот случилась большая-большая неприятность. Их брат очень сильно заболел. Заболел настолько сильно, что выжить в этой болезни ему было ну никак. Он умер. До Иисуса доходит эта весть. И нас ошеломляет еще одно поведение Иисуса и реакция Иисуса. Здесь нас удивила реакция Иисуса. И когда к Иисусу приходят и сказали ему, что Лазарь, друг твой, болен, он не торопится встать и пойти куда-то. Он остается на месте, как будто бы чего-то выжидая, как будто бы он что-то ждет. Проходит 4 дня, он собирает апостолов и говорит: «Пойдемте, друг наш уснул». Те его тоже не понимают. Уснул, выздоровеет, проснется. Зачем мы из-за этого должны куда-то ходить? Это же не сел на автобус и поехал, вы же понимаете. Это надо было пешком куда-то идти далеко. Как наши братья и сестры, и зимой, и в жару, и в стужу, в день субботнего покоя по 10 километров пешком ради того, чтобы побывать в начале субботнего дня в доме молитвы. Было такое замечательное время. Иисус собирает апостолов, они идут. Он убедил их, надо идти, но только после того, когда открыто им сказал: нету больше Лазаря, умер он. И вот тогда они собрали: о, вот теперь надо идти. А что теперь идти? Вы понимаете, да? Ну, чего теперь идти? Может быть, надо было идти, пока он был жив, чтобы чем-то помочь, что-то руку помощи, как-то что-то как принести ему, покушать, как-то вот Лазарь уснул. Пошли. Но Христос тогда сказал замечательную фразу. Он говорит: «Я иду, чтобы что сделать? Разбудить его». «Я иду, чтобы разбудить его». И вот они приходят. И вот здесь начинается удивительная история. И здесь мы видим опять тех же самых людей, которые были в Евангелии от Луки. Понимаете? Здесь мы видим ту же самую Марфу, здесь мы видим ту же самую Марию. И здесь мы видим Иисуса, идущего к своему другу, к могиле своего друга. Он идет целенаправленно. Он знает, что он сейчас будет делать. Он знает, зачем он пришел. И вот здесь начинается очень интересное. Вот давайте мы посмотрим. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Похоронили человека. 4 дня уже в гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
нормальная ситуация, все собрались для того, чтобы утешить плачущих, страдающих сестер. Марфа, друзья, Марфа, опять Марфа, посмотрите. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Так я понимаю, что она не знала, что Иисус пришел. Да? Марфа, услышав, что пришел Иисус, ничего не говорит Марии. Сейчас опять возникнет ситуация такая. Опять эта сестра залезет вперед ее. Понимаете? И опять как-то неприятность какая-то. Нет, пошла, ничего не говорит сестре. Пошла быстро к Иисусу. Да. И посмотрите, что между Марфой и Иисусом опять возник разговор. Очень серьезный разговор. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи!» Вы помните, она там что говорит? «Господи, тебе что, нужды нету?» Она здесь опять обращается с претензией. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Вы видите, да? Претензия опять. Там он ей не угодил, потому что он Марии замечания не сделал. Здесь он ей не угодил, потому что он, видите ли, где-то находился непонятно где, когда надо было быть здесь. Понимаете? Вот. «Ну и теперь знаю, посмотрите, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Интересное очень обращение к Иисусу. Вы понимаете, Иисусу очень часто люди делали больно. Очень часто. Он очень часто от людей страдал. И вы знаете, страдал в основном от своих, те, которые были наиболее близки к нему. Потому что он всегда надеялся, что вот те, которые рядом с ним, они-то хоть его понимают. Они-то хоть с ним солидарны, они-то хоть видят что-то. Но нет. Вот именно близкие люди чаще всего ему делали больно. Вы помните, когда он с таким, как вам сказать, в сердце с такой тяжестью обращается к людям, говорит: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». Помните вот это? Да? «Вы не ищете меня, потому что видите во мне того, кто пришел спасти вас, кто пришел Творца открыть вам, Отца показать. Вы ищете меня, потому что вот я хлеб умножил, рыбку умножил. Вы относитесь ко мне как к продавцу в хлебном магазине». Понимаете? Вот и все. Пришли, покушали, насытились, повернулись и ушли. До момента, когда опять здесь заурчит. Ага, заурчало, надо искать Иисуса. Денег же нет, как купить. Надо искать Иисуса, чудотворца. Он сейчас нас накормит. Он сейчас нам и хлебушка, и рыбки даст. Свеженькое все. Иисусу было очень тяжело, когда он это видел. Потому что его миссия была. Он тогда молился, помните, 17 глава Евангелия от Иоанна, он молился, он говорит: «Отче, я открыл им имя Твое». Он пришел сюда, чтобы открыть людям имя Божие. А многие так этого откровения и не увидели, и не узнали, несмотря на такие неимоверные усилия Иисуса вплоть до распятия на Голгофском кресте. Так и не поняли, кто был среди них, кто был рядом с ними. И вот здесь Марфа, «Вот если бы ты был бы здесь, Но я знаю, что вот если ты сейчас, вот, как тогда хлеб ты умножал и рыбку, вот если ты сейчас проявишь свою чудодейственную силу, да, что случится? О, вы видите, да?
Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь, у Бога даст тебе Бог». Иисус слушает внимательно, и уже вот здесь сердце Иисуса начинает плакать. Если бы он эти слова слышал бы от кого-то, от людей, которые не знают его, не видели его, не говорили с ним, не любят его. Нет, Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Просто отвечает ей: «Все, уже, Марфа, все, уже замолчи и тихонько иди». Вы посмотрите, она опять начинает разговаривать. Вы видите? Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Видите? «Знаю». Как иногда на нас это похоже, да? Мы все знаем. Бог нам говорит, а мы все знаем. Ну, знаем, знаем, а... «Знаю, что воскреснет в последний день». И Иисус начинает ей говорить: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Вы видите, звучит не как какое-то предположение, догадка или что-то. Звучит как конкретное обещание, что так оно и будет. Верующий, если он и умрет, он все равно оживет. И всякий, а вот как вы думаете, кому он говорит эти слова? И всякий живущий, Марфа, и верующий в Меня не умрет вовек. И обращается к ней: «Веруешь ли сему?» Чего это Иисус Марфе говорит, спрашивает: «Ты веруешь или не веруешь? Веруешь ли сему?» Это одна из ближайших его последовательниц. «Веруешь ли сему?» он ей говорит. А до этого говорит, ей говорит: «Ты должна знать, что живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Ей говорит. Марфе говорит, друзья, никому-нибудь говорит. Марфе говорит эти слова. Вместо того, чтобы замолчать и сказать: «Да, Господи, я Тебя поняла», она опять говорит. Посмотрите, она говорит ему: «Так, Господи». А вот здесь, друзья мои, ее за язык никто не тянул. Посмотрите, вот здесь ее за язык никто не тянул. Вы видите, что она ему говорит? «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Точка. Вы посмотрите, какое мощное исповедание веры, друзья мои. «Я верую». Вы видите? Она его пыталась убедить. Он же ей задал вопрос: «Марфа, ты веруешь? Веруешь ли сему?» Она: «Я верю». «Как? Ты мне задаешь такое?» «Я верую». Понимаете? Громко, четко, ясно, хорошо, хорошо. Она это сказала, никто ее за язык не тянул. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру. Все, уже она же поговорила, понимаете, она же уже поговорила, все, можно теперь Марию позвать.
Пошла тайно, позвала Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Учитель здесь и зовет тебя. А вы видите где-нибудь, чтобы Иисус Марию звал? Он не звал Марию. Зачем звать ее сюда, когда он к ним домой идет? Ну, что-то она здесь вот решила, что он ее зовет. Учитель тебя зовет. Ну, ладно. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. И Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Ну, каждый по-своему оценивает ситуацию. Нормально. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, вот это очень интересная вещь здесь. Посмотрите. Пала к ногам его. Вы помните, где она сидела, когда Иисус пришел? У ног его сидела. А вы помните, когда она свой алавастровый сосуд разбила? Где она сидела? У ног. И сейчас она прибежала, и первое, что она сделала, она бросилась к ногам Иисуса. Пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». О, влияние старшей сестры. Понимаете? Значит, она уже дома. Ну, я так вот оцениваю ситуацию. Уже ей прожужжало уши. Вот если бы он был бы здесь, вот где он, почему его нет, так долго, а он же там специально не пошел никуда, понимаете? И вот она, находясь под влиянием своей старшей сестры, тоже произносит точно такую же фразу. Вы видите, да? Прям копирует его фразу. Она сняла у нее с уст. Но они не понимают, как они больно делают Иисусу. Вы понимаете вот этот момент? Они обе не понимают, как они сильно причиняют ему сильную боль. Вот этими своими «если бы, если бы, если бы». Ты радуйся, что он пришел. Жив твой брат, умер твой брат, неважно, он пришел. Понимаете? Он пришел, и этого достаточно. Иисус, когда увидел ее, плачущую, и пришедших с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом своим и возмутился. Как отнестись к этому моменту? Иисус посмотрел, они все слезы, плачут, ну все, потеряли близкого человека, конечно, больно, все страшно. Они все плачут. Иисус смотрит на них и тоже стал плакать. А Иисуса как понять в этот момент? Слушайте, он апостолам сказал тогда: «Идемте, я иду Лазаря разбудить». То есть он конкретно сказал, здесь он Марфе говорит: «Воскреснет брат твой». Правильно? Чего плакать? Зачем плакать? Значит, плакал по другому поводу.
плакал не потому, что Лазарь умер. Плакал не по тому поводу. Он смотрит на них и говорит сам себе: «Любимые мои, скоро мне на крест идти, скоро мне кровь проливать свою за вас, а вы все никак не можете понять, кто с вами». А вы все никак не можете понять, кто рядом с тобой, Марфа, кто рядом с тобой, Мария. Он сам воскорбел в сердце своем и пошел. И сказал, вот сейчас будет самое интересное, это вообще, понимаете? И сказал, где вы положили его? Где вы его положили? Уже покажите мне это место. Хватит уже разговаривать. Если бы ты был бы здесь, если бы ты не был бы здесь, покажите мне уже, где он лежит. А мы что думаем, он не знал, где Лазаря положили? Вот как вы думаете? Он не знал могилу Лазаря, он не знал, в какой могиле Лазарь лежит, очень хорошо знал. Но он почему-то их просит: вы меня, пожалуйста, отведите туда и покажите мне эту могилу. Вот вы сами, Мария, ты веди меня, Марфа, ты меня веди к могиле вашего брата. Где вы его положили? Это все не просто так. И сказали, где, и сказал, где вы положили его? Говорят ему: Господи, пойди посмотри. И Иисус прослезился. Опять Иисус прослезился. Они, наверное, и не хотели его вести к этой могиле. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любит его. Кого? Лазаря, который лежит в могиле мертвой? Ни один не сказал: смотри, как он любит нас. Потому что никто не понимал, что слезы Иисуса о них были. О их неверии были слезы Иисуса. Об их сомнениях были слезы Иисуса. Смотри, как он любит его. И некоторые из них сказали: не мог ли еще сильнее? Посмотрите, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Вот вы представляете, да? Он пришел его воскресать, он только что говорил. Ох, вы знаете, вот измывание сатаны над ним было через людей. Как они его жалили своими языками. Как они ему причиняли боль, Иисуса. Вот почему он слезился, вот почему он плакал. Не мог ли сей? Да, конечно, мог. Конечно, мог. С дочкой Иаира мог, а с ним не сможет. С сыном женщины смог, а с ним не сможет. Конечно, мог. Не мог ли сей сделать, чтобы этот не умер? Понимаете, вот эта боль Иисусу, они не понимали, что рядом с ними тот, кто больше болезни, кто больше смерти. Они не понимали, что рядом с ними посланник небес, в руках у которого жизнь вечная. Они этого не понимали, и этим самым
причиняли ему сильные страдания. Иисус же опять, скорбя внутренне, а что ему остается делать? Опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Посмотрите, что здесь будет сейчас. Мы обычно читаем вот этот кусочек и не обращаем внимания на некоторые детали, а они тут основоположные, понимаете? Посмотрите, камень лежал на том гробе. И Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа». Вы видите, что он делает? «Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Ты послал меня. И сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон!» И все увидели тот, о котором они сейчас все рыдали, плакали. Он вышел из могилы. Но знаете, что здесь интересно? Тридцать девятый стих. Он меня просто ошеломил. И Иисус говорит ей, кому? Вы почитайте, кому он говорит эти слова. Марфе! Говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа. Говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Не беспокой его, не трогайте камень». Кто говорит? Говорит та, которая только что вот здесь раньше говорит такие слова: «Знаю, что ты, что воскреснет в воскресенье в последний день». Помните? Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит, никто же не тянул ее за язык. Посмотрите, она говорит ему, она сама говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Марфа сказала: «Я верую». Приходит. Он говорит: «Веруешь? Я Сын Божий, грядущий в мир? Отвали камень». Зачем? 4 дня.
запах разлагающегося человеческого тела идет оттуда. Зачем? Оставь его в покое, давай не будем трогать. Она та, которая только что говорила: «Верую!» Где ее вера? Где? Нету. Пшик. Шарик надуваешь. Растет, растет, ржу. Бабах. И нету. Иголочка маленькая. Чик. Нету. Мыльный пузырь. Надувается, надувается. Пух. И нету. Оказывается, и с верой человеческой бывают такие вещи. С мнимой верой человеческой. С верой человеческой у тех людей, которые: «Я верую! Я с тобой в огонь и в воду! Я с тобой на крест! Я с тобой и через малую скорбь, и через большую скорбь! И когда и закон воскресный выйдет, и когда декрет о смерти выйдет, вот увидишь, я с тобой, я пойду, пук, и все. Нету этой веры. Петра вспоминаем с вами? Я. Петр, петух пропел. Где твоя вера? Нету. А знаете почему? А потому что Марфа как раз-таки то тебе, что тебе больше всего нужно было, у тебя не было. Марфа, ты заботилась о большом угощении. А вот сестра твоя, которую ты упрекаешь и говоришь: «Чего сидишь?» А вот сестра твоя в это время, вот этого самого времени, и не теряла. Она сидела и внимательно, внимательно слушала то, что я говорю. Одного тебе не достает, Марфа. Потому что Иисус знал, что пройдет время, и Он встретится с ней у гроба Лазаря, и она продемонстрирует свою самую слабую веру. Она продемонстрирует то, что все, что я верую, этого всего не, это мыльный пузырь. Хорошая она была человек. Любила очень Иисуса Христа, хотела угодить. Братья и сестры, этого мало. Этого мало. Вот когда мы с вами, подобно Марии, сядем у ног Иисуса и не захотим оттуда вставать, когда мы настроим свой слух и зрение таким образом, что Иисус будет центром нашей жизни, и мы на секунду не захотим отрывать от Него свои взгляды, вот тогда и малая скорбь, и большая скорбь, и декреты там разные, все будет нам очень просто перенести, потому что вся наша жизнь связана с Иисусом. Видите, как оно бывает в жизни? За свои слова надо отвечать. Сегодня мы с вами живем в 21 веке, у нас красивые молитвенные дома, аппаратура, инструменты великолепные, камеры. Все есть у нас.
Все есть, одного не достает. И вот это одно, друзья мои, очень скоро будет испытано. Каждый из нас в одиночку будет отвечать за свою веру в Иисуса. В одиночку. Не спрячемся за молитвенные дома, за многолюдство в молитвенных домах. Никуда не спрячемся. Каждый из нас, подобно Марфе, будет поставлен перед такими условиями, где ей тогда было сказано: «Отвали камень». Давай, отвали камень, да? И нам будет что-то сказано. У нас будет свой камень, который нужно будет отвалить. И вот тогда будет понятно действительно то все время, которое я провел в церкви, в молитве, в пении, в размышлениях, в учебе, в книжках. Вот это все время, оно воспитало во мне ту крепкую веру в Господа Иисуса Христа, когда Он скажет: «Отвали камень». Посмотрим. Посмотрим. По крайней мере, в этой истории не одна только Марфа, есть Мария. И есть прекрасный человек Лазарь, которого очень любил Иисус. Я желаю себе и вам, мои дорогие братья и сестры, быть похожими на этих искренних, верующих, добрых людей, которые приносили Иисусу в жизни очень много приятного. Да благословит всех нас Господь. Аминь.